Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в шахматный камбэк и b3. Хорошее начало. Лучше, чем в прошлые разы. b3. Соперник в шоке. Ладно, БТ не такой уж и вызывающий ход. Ты просто еще не понял идею. Да, нажмем на паузу. Да, мы продолжаем, и соперник ответил, слон b2. Я сомневаюсь в том, что он сейчас будет ходить. Тогда мы выиграем. Будет. И слон g7, конечно, наносим удар. Что-то дебилит. Слон g7, это не дебилизм. Стоп, здесь важно было пойти конь a3, как ты не понимаешь? Абсолютно не понимаю. Сейчас мы ежа поставим. Так, без Еж слона. без слона. Без слона скучновато. Надо больше. Но вот конь А3, ну Никит, ну как ты упустил эту возможность? Да я сейчас загнусь все равно. Да где? Даже... Ну давай тогда хотя бы по третьей все поставим. То, что нас дали чистого слона, Этого этого мало. мало, надо по третьей. Ну, почему ты не поставил по третьей пешку F3? Сейчас коня на Е2, это лучшая фигура в позиции. Так, О! о, наш план А4, А5, А6 сейчас будет Ну работать. ладно, надо рокировать сначала. Надежность превыше всего. Понимаешь, там линия уже вскрыта. И что? Ты вот не чувствуешь всех тонкостей камбэков. Абсолютно должен признать. Ну вот смотри, Б4. Почему не Б4-то? Смотри, напал. Как ты не видишь? Видишь, я напал на пешку, он уже сделал краевой ход. Тебе можем пойти Б4 с лишним темпом. Это нам совершенно ничего не даст, но можем, тем не менее. b4 a4 идти мат давать. А как ты пройдешь двумя пешками мимо двух пешек? Ну, магия. Ну я понимаю, но я ей не владею. Ну вот h4 и все, это навечно. Почему ты допускаешь вот этот Да пусть мы уже 4 заткнем. ход Будулая в курсе? Смотрел Comedy Club? Ну, так-то смотрел, но тот, про который ты говоришь, нет. Там популярно объясняли про ход Будулая. Смотрим. По-моему, это очень важная пешка в этой позиции. Думаешь? Да. Ну, как бы под себя, нет? Абсолютно. Смотри, ладья h5, а g4, ладья h. Ладья h5, ферзь h5. Ага. По-моему, это под себя. Тоненький ход, тоненький. Мы хотим скрыть линию. Так, куда-то он прикопался здесь. К пешке h3. Игнорируем, да, это дело? Конечно. Так, что по материалу у нас? Мы пару пешечек выиграем. Фигуры не хватает. Ну, Знаешь, мне не кажется, что эта позиция уже настолько плохая. по-моему, в каждом камбэке у нас нормальные позиции. И у Видишь, тех, какой он какой? прыгучий. Все, резкий фланг его подморозили, а на ферзевый сейчас будем вываливаться. Ну, ферзь А4. D5 исход. А нет смысла, да. Ну, Знаешь, у него тоже атака может довольно сильная сейчас начаться. Он тоже мат получит. Ну ничего страшного. В этом вся суть камбэка. Вот видишь, он уже боится. Меняемся. в перспективе сейчас наш белопольный слон будет просто зверем. Да, мне кажется, даже не надо спешить вот форсировать события здесь. Сначала еще эту пешечку подгрызть. Она подгрызется после слона e6. Тогда это подгрызется в лучшей редакции. Видишь, надо играть тонко. Да, ладья b1 надо Так сыграть. подгрызутся обе. Да, согласен. Надо было сначала с темпом, наверное, включить. А тогда под ладья b6, не факт. Может быть, А4 опять, чтобы не Мне было. кажется, объективно у нас уже перевес. Ну, понятно. Смотри, сколько пешек. Против Видишь, на какого? ладья когда зашел. Ладно, надо менять ее. Слишком хорошая ладья. Против какого-то коня там ненужного. Так, и нужно вот. А почему ты не хочешь подменяться? Мне кажется, это выигранный эндшпиль. Смотри, с Каким каким пе. образом? Ну вот так. Ну ты мог поменять ладья. Как, когда? А, ладья c4? Ну да, мог.
Ну, жалко, наша ладья сильнее все-таки. Надо было подменяться и катать этот эндшпиль. Да сейчас мы выиграем, все нормально. Да понятно, что выиграем, но там эндшпиль был интересный. Но опять это сильный ход позиции. Сейчас мы съедим все пешки. Надо было... Наверное. Да, вот попробую поменять. Один слон против армады вот этой. На это было бы интересно посмотреть. Да вот, один слон против армады. Все, поставил по белому и вперед. Ну. Понеслась. Эндшпилек такой, да? Посредственный. Да выигран. Одну отдали. Одну отдали. Это ужасно. Тут, знаешь, можно все пешки отдать, по-моему, это никак не повлияет. Уже две отдали. Ферзь прошел. Да, прошел. Он борется. Цепляется до последнего. Отлично. Да, соперник поплыл чуть-чуть. Ну, и ладно, всем спасибо за внимание. Маты, я думаю, вот рано еще, я могу не заматывать. Пад будет? Да. Ну, ты флаг собьешь ему. Да, всем спасибо за внимание. До новых встреч.